Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня 23 марта, понедельник, и на моем канале новый хобби-влог. Я сейчас решила пораскрашивать вот такую раскраску «Золушка». Ну, это детская раскраска, такая тоненькая, но, тем не менее, мне она понравилась, когда я ее, ну, в самом обычном магазине покупала, просто в канцелярском отделе. Она стоила 50 рублей. Я из этой серии много чего перелистала, и мне понравилась вот эта, потому что я считаю, что она подойдет и для взрослых. Ну, печать здесь, конечно, не вау, потому как, например, вот эта иллюстрация запросто отпечатывается здесь и наоборот. Поэтому, например, если пользоваться каким-нибудь блендером или сплендером, надо быть, ну, аккуратнее. Бумага здесь такая не самая гладкая, не самая белая, но в любом случае. Одну картинку я уже здесь раскрасила в прошлом месяце. Ну и вот хочу... Вот видите, о чем я говорю? С одной страницы на другую печать. Не, ну, в принципе, можно просто прокладывать листок бумаги, и ничего будет. Но я как-то так не делаю, не знаю почему. Вот здесь уже идут развороты, но я решила... В принципе, здесь тоже развороты, по сути, но можно и по отдельности. Я вот раскрашу в этот раз эту иллюстрацию. Использовать я буду... Ну, вот сейчас у меня рядом лежат фикс-прайсовские карандаши, я раскрашиваю сейчас на кухне, поэтому вот они у меня здесь сейчас лежат, поэтому ими буду. И еще у меня тут лежат манделузы, поэтому и то, и другое я сейчас буду использовать. Карандашами из фикс-прайс сделала волосы и кожу, и сейчас... Вот беру манделузы, буду уже все остальное раскрашивать и, возможно, добавлю гелевых ручек краун по контуру где-то, ну, где это потребуется. Сегодня пришел мой выигрыш от Олеси, канала раскраски.com. «Миллион единорогов» Лулу Мая в украинском издании. Очень довольна. Олесь, спасибо огромное. Ссылку на канал Олеси я обязательно оставлю под видео. Ну и будет... я сниму как бы обзор на раскраску. Обзор, наверное, даже выйдет раньше, чем хобби-влог. Ну, в любом случае, я решила и в хобби-влоге показать. Вот сходила на почту уже... И видео сняла, и полистала. Мне, в общем, понравилась раскраска. Сплошное мимимишество. Сегодня вторник, 24 марта. Выбрала я себе раскраску «Калинка да малинка». Обычно в таких я раскрашиваю по очереди, поэтому сразу начну вот с этой иллюстрации. Хотя, в принципе, может быть... Потом отойду от правила раскрашивать по порядку здесь и буду выборочно. Но сегодня решила вот эту. Подготовила я для себя акварель детскую. Во-первых, перламутровая акварель «Луч», она мне очень нравится. А далее взяла «Луч Престиж», вот эту. Тут тоже хороший оттенок. И на всякий случай взяла «Фэнси мимимишки». Вот такую акварель. Естественно, кисточку взяла, не проливашку. Ну, вот так вот раскрашиваю. Точнее, я уже раскрасила, здесь все простенько. Но покажу уже в итогах месяца. Это не так долго. Ну, и чтобы было интереснее, потому что по челленджам уже и так много показано работы. Я думаю, что... Все остальное дождемся конца месяца. Ну, я здесь вот использовала все то, что и показала. Задействовала все три набора. Получилось простенько. Использовала на другой стороне раскрашенный уже вариант предложенный. Ну, вернее, там другая иллюстрация, но примерно с теми же элементами. Сегодня уже среда, 25 марта. Я вчера вечером начала в великолепных узорах раскрашивать. Это для меня новая раскраска, поэтому вот
Она у меня появилась в том месяце, покупала ее на Лабиринте вроде бы, с хорошей скидкой за 61 рубль. Вот. Ну и выбрала себе вот такую иллюстрацию. Я не знаю, буду я здесь делать фон или не буду. В общем, пока раскрасила просто вот цветы. Что хочу сказать вообще, я изначально-то хотела прекрасные сады, вот и взяла их, и вот эту раскраску. В принципе, наверное, не знаю. Что-то я ее сейчас вот стала, когда перелистывать, с трудом нашла одну иллюстрацию, которую мне захотелось раскрасить. Не знаю, может, у меня просто настроение было такое. Но, кстати, качество печати здесь ужасное, потому что вот с одной странички на другую печать, видите, переходит, все пачкается вот так вот. И даже когда просто раскрашиваешь карандашом, то есть я здесь ни блендер, ни сплендер, ничего не использовала, все контур как бы мажется. Это, конечно, не очень хорошо. Карандаши я использовала вот такие вот, марка Super Be Brighter, 12 штук. Это мне подарила Олеся. А с канала раскраски.com как раз-таки вчера их получила и решила сразу, ну вот сняв видео, сделав выкраску, решила их использовать. Очень хорошие карандаши, кстати говоря. Вот. Мне понравились. Они так неплохо, мне кажется, смешиваются, но, по крайней мере, у меня затруднений никаких не вызвало. Это я как бы показывала, но еще в хобби-влоге вот покажу, что еще Олеся мне подарила блокнот-раскраску, также подарила раскраску панды и миллион ленивцев Лулу Майя. Очень понравились подарки, они классные. Да, еще была открытка, она в смысле здесь, ее, в той раз в ленивцах лежит. Вот, но это вы можете посмотреть в отдельном видео на эту тему. Просто вот решила показать. Да, наверное, фон я делать не буду. Что-то у меня как-то не лежит душа к этому. Хотя, может быть, и сделаю потом, потому что вот, ну, вот это не очень хорошо. Вот. Ну, я просто выбрала иллюстрацию, где детальная прорисовка. Сейчас выбрала для раскрашивания как раз-таки прекрасные сады. Вот эту иллюстрацию. Здесь прорисовка более детальная. Скорее всего, буду вот этими еще пока карандашами раскрашивать. А насчет фона не знаю. Может быть, здесь как раз-таки и сделаю фон. Но пока не решила. Печать по ходу действия, наверное, здесь такая же. Но пока еще не поняла. Но там точно просто безобразие. Ну, сейчас раскрашу хотя бы один цветочек и вам покажу. Ну, сделаю цвета такие, может быть, стандартные, такие розовые. Может быть, розовый цвет какой-то сделаю. Ну, не решила. Может быть, будет несколько оттенков. Как получится. Ну, в общем, сижу, раскрашиваю. И, как видите, что произошло с раскраской. То есть, чтобы вы понимали, она у меня появилась в том месяце. Я сняла на нее обзор и поставила на полку. Вот сейчас все было в порядке. Я села раскрашивать, сижу. И, в общем, вот понимаю, что листы стали вываливаться. Да. Так что правильно то, что их продавали по огромной скидке, имейте в виду, ну, как бы дороже за них платить не стоит. Здесь есть очень хорошие иллюстрации, здесь есть посредственные иллюстрации, плюс вот так вот выпадают листы. И, в общем-то, опять же, отвратительное качество печати, все пропечатывается, руки, вот, пожалуйста, вот они черные, поэтому... Цена такой раскраски менее 100 рублей. Я вот покупала за 61 рубль, и, соответственно, если один раз была такая распродажа, будет и второй, и третий раз. Так что, если вы хотите такую раскраску, лучше подождите. Киньте ее там, не знаю, себе в корзину, в отложенное, пусть лежит. Потому что дороже платить вот за такое безобразие как бы нет смысла.
Ну вот я лично не люблю, у меня не так много раскрасок, которые разваливаются. Это вот скорее исключение. Поэтому вот как-то так. Ну и вот это вот на грани. Придется потом заклеивать. Но, правда, нужно будет либо покупать совсем такой узенький скотч, но у меня где-то есть, чтобы вот просто вот здесь вот, где рамочка, заклеить. Либо ждать, когда я еще другие тут иллюстрации пораскрашиваю. Но это вот как-то так. Ну, здесь я использую розовый и фиолетовый. Тут красный просто с разным нажимом и черный. И тут зеленый, салатовый. Ну, раскрашивать, в принципе, это просто. Сейчас у меня появилось достаточно много новых раскрасок, и поэтому я хочу здесь навести порядок, опять немножечко поосвобождать полки, потому что здесь у меня вот лежит именно то, что в планах на месяц, то, что я вне плана раскрасила. Ну, в общем, короче, чтобы я всегда в начале месяца ставлю все, что по плану сюда, и потом вот раскрашиваю то, что добавляю. В общем, в конце месяца снимаю с полки и снимаю видео. Здесь у меня лежат то, что нет в планах, то, что я не планирую раскрашивать пока. Здесь всякие в мягких обложках, журнальные раскраски. Здесь у меня стоят в твердых обложках. Тут у меня на будущие конкурсы. У меня спрашивали, могу ли я устроить конкурс. Вот буквально несколько видео назад я ответила, что... Вернее, нет, я еще не ответила, только собираюсь. Но отвечаю сейчас здесь, что конкурсы будут, но когда у меня наберется 3000 подписчиков. Так что все зависит от вас. Раньше конкурсов не будет. Вот. Сейчас освобожу какую-нибудь полку, или эту, или вот эту. Скорее всего, вот ту освобожу полку, переложу куда-то в другое место книжки. Это просто куда-то уберу, возможно, в какой-то комод. И там тоже будут раскраски. Какие именно, я еще не решила. Ну, в общем, надо что-то здесь. Может быть, какие-то небольшие, небольшого формата, чтобы все-таки было и посимпатичнее все. Потому что сейчас все напихано по полной программе. Вот, а хочется, потому что, видите, уже и здесь сверху лежат раскраски, и здесь лежат сверху, потому что места уже не хватает. И у меня еще на кухонном столе 3 штуки лежит или 4. Вот. Данный влог буду завершать. Если видео понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Также заходите на канал раскраски.com Колеси. Огромное всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!